продолжается день 29 июня 2018 года. Здесь вот я кашу обкашиваю все. Вот. Все тоже у нас заросло. Вот, кто лету пробился, потом дальше тут буду по грибу пробиваться. Трава быстро растет, дожди идут. Просто как на дрожжах все растет. Вот. Добрый день, Илья. Вот тут семечки у кого-то упали, видимо, из кармана, может даже подсолнух. Тут вот жучки собирают ребятишки. А Марина у нас стяпкой работает. Что, Марина решила сразу окучить, да? Понятно. Ну, мы так делаем. Сразу полем, окучиваем. Да можно, конечно. А? Можно, можно. Ничего такого нет. Я сразу наклоняюсь и жучков тоже подбираю. Меня пропустили некоторых. Вот он сидит. Жучок. Сколько их тут? Земля мягенькая, да? Ну тут да, там, конечно, камни вообще. Камни камнями. Одни булыжники. Ну да, бывает. И траву ты ее полишь, она в камне остается с корнем, она же все равно расти будет. А разбить его невозможно. А тут, где много травы, так земля, конечно, мягкая, как пушинка. Ну да, за счет травы влага сохранилась. А вы что там делали? Да что, ездили, засняли все. Как там поезда, как они меняют там рельсы. А, это вот если рельсы стоят, непонятно, что они там делают, да? Они не рельсы меняют, они сразу шпалы с рельсами меняют. То есть старые убирают, они же там скрепленные на определенных по метражу. А новые ставят прямо полностью площадку одну и закрепляют. И вот так каждый раз. То и почему много техники? То есть все техника делается в основном. Там бывает, что где-то шпала упала. Это не вытаскивается, там уже вручную вытаскивать ее. Да, жуков еще много. Ну что, Нестор, забрали у тебя тяпку, да? Ну что сделать, надо пособирать тоже. Что, ну как? А? Да? Ну все. Ну, любит он этих жуков. Нестор, вас тебя научат работать. Это тебе не Дивова. Вон уже сколько мелких, вон Нестор. Подави вот этих личинок мелких. Вон, красненькие уже сидят. Клинки эти всякие. Ну, показывай, Полина, что у тебя там? Вот. Это все, что? Да не, ведро выпало. А? Рассыпалось. Ну, как рассыпалось? Ты что это? Ничего себе рассыпалось. Потом заново собирай их, ага. Ты стукай по ведру так сбоку, так, чтобы они падали. Вот. Ну что, Ефросиня, показывай свой урожай тоже. Что-то маленький у вас какой-то урожай. Тут их не так много, а яиц? Яиц много, да, на каждом кусту почти есть. Вон он сидит. Да. Видишь, всему свое время, как сказал Экклесиаст. У нас все время не вовремя все делается. Те, которые живут одним хозяйством домашним, так они, у них там чистота и порядок всегда. А кто общественной работой делает, у них всегда так.
мы общественными работами занимаемся часто. Поэтому все не вовремя делаем. Да, поприще большое, конечно, для работы. Ну ладно, буду заканчивать. Слава Господу.